Если ты хочешь попробовать Warface, то воспользуйся ссылкой в описании. С самого начала ты можешь выбить крутой приз из рулетки, а также получишь комплект могучих магма-шлемов и не менее могучих магма-пушек. С таким набором нагибать тебе точно понравится. Добро пожаловать в Warface, братишка! Вот она, вот, нашли, блин, что ты переживаешь, моя сладкая. Да ладно, ну кэп хотел покрутить. Да мне вообще похер. Эй, ты чё, сука, зараза, бля, мог бы согласиться. Ну он, да, не хотел, но ты не будешь крутить. По правде мне говорит, кто ты? Ай, я вас умоляю, какие правды. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, госпожа очевидность. Злая госпожа очевидность. Да, добрая она на самом деле. Сидящая на стуле, который принес Ракутагин, у которого, сука, шатается ножка. То есть он хочет, чтобы я не только болела, но еще и покалечила. Да тот стул просто тяжелее, я тоже больной человек. Тебе не жалко, чтобы я его оттуда нес, тащил? А что самое интересное, вот когда я говорю: Зая, купи, пожалуйста, большой хилокорт, пока мы пьем антибиотики. Не, дорогой, он дорогой. А вечером такой: покрутим сегодня коробочки. Не обращайте внимания, друзья, у этого, сами знаете, какого вируса, у него побочный эффект. Нюх теряет. Так. Итак, мы крутим новую АМБ-17, пушку, которую я реально хочу. Будет золотая, вообще будет супер. У нас много кредитов, мы выбьем по-любому. Не, ну я, ну блин, да каждая пятая и классная. Тут говно-говно, потом бац, чапа какая-нибудь, потом... Да она когда появится, Гриш, сука, уже со всеми пушками, как бы, а тут новая. Ну, ребят, ну вы же меня понимаете, новенькая, она всегда сочнее. Тут да, не поспоришь. О, хоть в чем-то согласился, блин. Не, ну Кэп в этом шарит, он просто всю жизнь с Юсасом пробегал, потом его потянуло на что-то другое. Так что... Ты иди нахер, какой Юсас, мудак. Да ладно, Кэп, ну так же было, да я и сам такой был, сука. Юсасик, ну вы, блин, по бичам, сука, на пригороде. Ну факты же, факты. Моя сладенькая, ты хочешь эту пушку выбить? Она могла бы сказать, что она хочет духи, но сейчас это не актуально. Духи она не почувствует, у нее вообще обоняния нету. Самое... Впрочем, это не отменяет того, что я хочу духи. Обоняние вернется, а духи так не... Ну когда? В конце концов, мне ж тебя нюхать, а не тебе... Тихо, карта черного рынка. Штука классная. Нет. Сколько там стоит это? Еще не знаю. Не, какой 5? Мы выкрутим ее, сука, на свои кровные просто выкрутим. Нет, если что, карту черного рынка я разорюсь, я потом возьму. У меня карта уже есть, я спокоен. Но я хочу, сука, я хочу золотую. Да мне насрать, серьезно, ну 7000 кредитов, ребят. Это серьезная заявочка, это серьезный заход, я считаю. Извините меня. Ты еще скажи, что не согласна, 7000 кредитов. 3500 рубасов. Ну конечно. Ну, какой хилок? Да не было хилокфорта большого. Короче, понимаете, тут такая проблема. Прописали кучу антибиотиков, орбидолов, всякой хрени. Ты это начинаешь жрать и думаешь, блин, да лучше бы я сам выздоравливал, потому что ты срёшься дальше, чем видишь от этого. И, короче, нужен вот эти хилак форта и всякая там мизимы, короче. В общем, я не знаю, что убивает в итоге людей. То ли болезнь, то ли лекарство, которое прописывают, сука. Там сколько одних антибиотиков? Два, да? Два антибиотика. Два антибиотика и ещё два противовирусных. Да я в шоке вообще, как бы. Дай, пожалуйста. Да подожди, ну сейчас успейте его все, сука. У меня рука, она под золото заточена. У Кэпа, кстати, у тебя в принципе... Знаешь, подо что заточено? Подо что оно мне заточено? Твою задницу, твоя рука заточена. Это правда, по твою задницу, да, прямо так это... Ну... Ну ладно, да. Эх, женщина знает, чем взять. Про задницу вспомнил, как сразу же. Бочку не торопи. Да! Кстати, ребят, как звук? Ну, сейчас много всяких тут лишних шумов, коробок, но, по-моему, звук намного лучше стал. Я тут все, сука, улучшил. Мы шторы звукоизолирующие повесили, короче. Ну, не супер еще, конечно, но примерно как в Москве сейчас должно быть. Плюс-минус. Картинки. Короче, когда кабинет будет готов, месяца так через два, я вам все покажу. Ну, пока все придет, пока все будет, ты же понимаешь, да, это не быстро. Вот. Надо все-таки еще сделать эту панель какую-нибудь. Может, Сереге, брату, заказать у него там, ребят. Чего ты там говорил, 7000 это гарантированно, да? Не, а реально, что за херня-то? Ну что это, блин, заразводило, сука? Я тут стараюсь игру продвигаю, блин. Лишний раз говном не называть, мне никто не платит за это, а серьезно. Не, а меня игра задвигает. Я хочу, чтобы она, сука, цвела и пахла. Разработчики, иди нафиг, не это Никита, крути. Никита, он всегда не вовремя. Он как бы мой друг, он товарищ хороший, но Никита, это Никита, короче, это нагиб. Давай, крути. Давай.
Да что это, сука, за фуфломицин, бля? Сколько эти картами меня будут кормить? Их уже, сука, есть их можно, эти карты чёрного рынка. Не надо. Золотую АМБ, как он, сука, ДМБ, давай. Да хоть обычная пусть выпадет уже. Да, это ебала. Как так-то? 7000 кредит, вы что, шутите, что ли, сука? Ну что, опять новые повышения пошли? Ебать, одни карты черного рынка. Я ими торговать скоро смогу, не знаю, что с ними делать-то вообще. Раскладывать буду на столе. Давай, крути уже. А мне типа не положено, да? Кэпчик, давай в следующий раз. У этой женщины, сука, жена, ты меня разоряешь. Ты наш семейный бюджет, смотри, куда уходит. Я не виновата, я сама же хочу, чтобы выпала эта байда. Да я хер его знает, какая, да реально байда какая-то происходит. Это как так-то вообще? Я сейчас еще закину, чисто принципиально, я выбью, бля. Ну зачем, вот ты напугал игру, сказал, что ты еще закинешь, и выпал. Да поверь мне, она этого не пугается, она этому только рада, эта игра. Че, серьезно что ли, сука? Вы серьезно? Вы не шутите? Нет, они не шутят. Сука, мыловаренная компания, реально вам мыло варить, ну как так-то, блин? 7500 кредитов. Чего ты там мне говорил по статистике? 3 за 3000 выпадает? Это 3000 раньше, да? Сейчас за 5 стабильно падает. Да, детка, выпало! Ура, ну не ебанито, сука, у меня последние с коробок, я сейчас золотую выбью. Золотая я тебя выбью. Смотри. Смотрю. Куда смотреть? Не смотри. Ты старался, я верю в тебя, ты молодец. Ебический мангуст. Выбила, правда, я? Да не, ну ты молодец, да. Ну вот, теперь повысили до 7500, скоро уже за 10 тысяч будете выбивать, все нормально. Как тебе кактус? Просто в ахуе. Я тоже как... На глаза его смотри, сука. Поверить до сих пор не может. То ли меня Никита куда зовет, то теперь растишка. Расти шишка, не надо, никуда не пойду сейчас. Пацаны, извините, я вас всех люблю, Соклан, ну бля, я в печали. Что ты в печали? Ты же выбил. Ну, блин, ну, 7500 тысяч кредит, ну, блядь, золотую должны были дать. А обычную, сука, с последних коробок. Радость, что тебе не пить и поводили, а вообще хоть что-то дали. Да, ну, как бы, разок-то провели, как минимум, неплохо так. Да не, ну, это так, по мелочи, прям, подразнили, я бы сказал. Так, даже не провели, а перед лицом помахали, не более, зато потом... Слушай, я в этом не шарю. Не объясняй мне, как оно там происходит. Ты уже должен был привыкнуть, сколько ты играешь в эту игру. Ты должен был уже все ракурсы изучить. Дела неплохи, пока есть лохи. Сам ты лох, понял? Да все мы тут лохи, в принципе, в какой-то смысле. Ладно, что вам хочу сказать. Я рад, что я выбил пушку. Да, сука, я даже и не рад уже, что я выбил. Ну, как-то оно так тяжело выпадало, сука. Я понимаю все, но... А как это потом должно выглядеть? Не знаю, ну... Ну, блин, как это выглядело в 15 году? Я заходил, 3000 кредитов кидал, сука, из 3000 стабильный выпуск. 100% с 3000 кредитов. 14-15, даже 16 год. 3000. Да какая мне? Это реально тот случай, когда трава была зеленее, а нагиб сочнее. Не, ну правда, ну блин. Я хую... А в 2022 что вообще надо? С десятки можно будет не выбить? Не знаю. Мэл, ну что тогда... Ну, как бы тонко намекаешь, что тебе нужно зарабатывать больше. Чего мне надо больше зарабатывать? Чтобы больше мог тратить на игру спокойно. Да тут так не получается, сука. На эту игру больше тратишь, чем зарабатываешь, по-моему. Ладно. В общем, если данное видео вам понравилось... И недовольный Рокутагин тоже вам нравится. Я знаю, что не понравилось. Ну, в принципе, что-то может понравиться, как бы тут все понятно. Мэл, ну, блин, верните шансы, как были. Серьезно, 3000 кредитов стабильно падал. Давайте на место. Это, как бы... Вот, хорошо, что у меня АМБ есть. Кстати, я эту пушку никогда не пробовал, как, в принципе, большинство игроков этой игры, потому что ПТС нам на этот раз не дали. Что она себе хоть представляет? Но я себе, кстати, стелс-пистол собрал. Да. Где этот АМБ, сука? Вот он, АМБ... Рукоять. Которую ты даже не пробовал. Не, я знаю, что она прикольная, там по ТТХ, по всем делам. Ооо, это секс, ребята. Это прямо сахар. Вот это я понимаю. Вот это вообще, оно сочно пойдет. Короче, мне нравится. Пушка нравится. Все остальное сегодня, вот сука, день на смарку. Просто вот печаль, уныние, депрессия. Так, ну в любом случае, если данное видео вам понравилось по каким-то причинам, то с вами сегодня была госпожа Очевидность.
всем прекраснейшего настроения и огромнейшего везения. Такого прям большого везения. Капитан Очевидность. Играйте в нормальные игры, ребята. Не поспоришь. И Ракутагин, Ракутагин, короче, да, типа очевидность. Если понравилось, ставьте лайки, по желанию. Яйки чешите, обязательно. Яйцо почесал, с 5 коробок. АМБ-17, хуяк, ты проснулся. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.